Наталья, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? В прошлый раз вы вот заболели, была информация, что вам вызывали скорую, да? С чем это связано? Вы переживаете? Конечно, я переживаю, но сейчас я чувствую себя превосходно. Как вы настроены? Какое у вас настроение сегодня? Будет ли решение, и вот исходя из этого, что? Настроение ровное, хорошее. Я надеюсь, что суд справедливо примет решение в пользу ребенка. Скажите, пожалуйста, была информация, что ребенок уже побывал на новогодних каникулах у второй претендентки, то есть речь не о вас идет. Вот как вы эту информацию восприняли? Ну, я надеюсь, что ему там было хорошо, что он был счастлив там. Я не могу комментировать, потому что я ничего не знаю, как, что там было с ним, как он там. Ну, Наталья тоже подавала на временную опеку, да, документы. Соответственно, она тоже претендовала на гостевой режим, чтобы Матвей провел Новый год с ней. В общем-то, у нас два кандидата, да, равный суд, равные права, но выводы делайте сами. Вот была информация, что вы встречались со Светланой, можете вот поделиться какими-то деталями, понимаю, что вам стайно. Вот хотя бы что-то, как она выглядит, как, по чьей инициативе прошла встреча, сколько времени вы разговаривали? Да, мы с ней встречались, но поскольку человек не хочет о себе никакой информации давать, да, соответственно, я не имею права о ней что-либо говорить. Ну вот хотя бы какие-то косвенные вещи, сколько времени длилась беседа, вот, по чьей инициативе она состоялась? Беседа довольно долго длилась, мы приятно, в общем-то, провели время, прекрасно пообщались. В дружественной атмосфере все прошло. Наташа, скажите, пожалуйста, ваши действия, если вдруг, ну, допустим, такой вариант решения будет не в вашу пользу, вот вы будете ли обжаловать, подавать апелляцию? Сейчас я не могу ничего сказать до окончания суда, поэтому, потому что разные могут быть обстоятельства, какие-то неожиданности, поэтому только после суда. Сегодня в Центральном районном суде города Тулы состоялось судебное заседание по делу об усыновлении ребенка, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации. Заседание прошло в закрытом режиме, потому что существует тайна усыновления. В судебном заседании приняли участие потенциальные усыновители и их представители, прокурор, представители опеки и попечительства, а также мать ребенка, которая не лишена родительских прав и не ограничена в них. В ходе судебного заседания были разрешены ходатайства, с которыми обратился представитель одной из сторон, в частности, о рассмотрении дела в суде города Москвы. В данном ходатайстве было отказано. Также в судебном заседании были допрошены потенциальные усыновители, мать ребенка и три свидетеля. Судебное заседание отложено на 27 января 2016 года на 11:30. Оно также пройдет в закрытом судебном режиме. Ничего не можем рассказать без комментариев, Надеюсь, ребят, путь ничего путь не можем. В Тульском в 11:30, 27. Спасибо, всем извините, но мы...